на сущную модификацию, естественно, было потрачено время гораздо меньше, чем на проектирование нового изделия, потому что у нас уже было на первом этапе, так сказать, разумное вложение по проектированию. Мы расчленили с учетом того, что потом будем делать модификации. То есть это тоже надо учитывать. Да, ага. Самое, так? То есть на это был затрачен день. И вот, собственно говоря, у нас какой этап проходит, Артем уже упомянул. То есть это получение информации, ее обработка, проектирование, собственно, самой сначала модели, членение на детали, да, потом проектирование на основе этих деталей уже оснастки, то бишь пресс-форм, дальше технологическая цепочка подается к технологам, пишется техпроцесс. Вот мы на тестовых обливках получаем новые детали. Получаем новую обливку, получаем новую модификацию.